Смирение. Патер, буруме на яхуме тапинуси, мети и прама. Тапинус абуктисуме, ота сингрануме тон εαυτό мас με το Θεό, και όχι με τους συνανθρώπους μας. Τι αρετές έχει ο Θεός και τι αρετές έχουμε εμείς. Смирением в таком случае, когда мы себя сравниваем с Богом, а не сравниваем со своим другом, со своим близким. Потому что разные есть критерии. Ταπείνωση θα αποκτήσουμε όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους Αγίους. Διαβάζουμε τα συναξάρια. Τι κάνουν οι Άγιοι και τι κάνουμε εμείς. Когда мы читаем святых отцов и в книгах видим, что делали они и что делали мы. Ταπείνωση θα αποκτήσουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐς, όταν αποκτήσουμε αυτογνωσία. Ταπείνωση мы будем познавать, когда познаем, себя. Πώς θα αποκτήσουμε αυτογνωσία. Как познать себя. Ρωτάω τον εαυτό μου και λέω, αγαπώ το Θεό μου όλη τη δύναμη της ψυχής μου και της καρδιάς μου και των πλησίων προς τον εαυτό μου. Δεν τον αγαπώ, θα δώσω αρνητική απάντηση και ταπεινωθώ. Познать себя нужно спросить Бога. А люблю ли я Бога как нужно, люблю ли я ближних как положено. Вот. И когда мы зададим себе отрицательный ответ, тогда мы поймем нашу топинуси, как смирение. Вот он мы хтипишем, а то на магуру, стрефу китуалу, буро на тукан авто. Послушайте, вот он мы хтипишем, а то на магуру, стрефу китуалу, мы хтипишем. Могу, когда меня бьют по одной щеке, могу ли я поставить другую щеку? Если топинуто. Так я буду, так нужно... Стараться держать смирение. Когда меня ругают, так ли я себя чувствую, когда меня хвалят? Я выполняю, что говорил Господь, не осуждай. Βλασφημούμενοι παρακαλούμε. Απόστολε Παύλο, πώς είπε? Διωκόμενοι ανεχόμεθα, ανεχόμενοι. Όταν μας διώκουν, κάνουμε υπομονή. А, когда нас, говорит, выгоняют, и когда вот мы терпим. Мас брижен και ευλογούμε. Когда нас обзывают, а мы благословляем. Έτσι θα αποκτήσουμε τα πίδες. Вот так должны мы стяжать смирение. Όταν αποκτήσουμε αυτογνωσία, πού έχουμε αιρετές, когда мы заслуживаем себя внутрь, посмотрим на себя, какие мы им заслуги. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αιρετές που του οδηγεί περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κόλαση. Тот грузовик, который загружен нашими мыслями, и если он не благословенный, то он идет в ущелье. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που του οδηγεί ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στον παράδεισο. Тот машина, которая загружена грехами и ее вводит смирение, попадет в рай. Ένας Άγιος είπε. Στην κόλαση θα είναι και πατριάρχη και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι. Один святой сказал, что в аду будут и патриархи, и епископы, и митрополиты. Και игумени, και пневматики патерες, και ксимологи. И те, кто и духовники, и священники.
и те, кто исповедует. И монахи, и мирские, и девственницы. Только смиренный не будет в аду. Смирение – это самое главное у святых, и то, что мы должны стремиться каждый. Что хтипим от спорта, что парадыша, кусы, гибумеша, фуни, пьёш. Когда постучим мы в дверь рая, у нас спросит, кто? Его аскетиша пидиши. Мы скажем, это я, аскет. И порту ту парадыша меня клешти. И она будет закрыта. Аскетиштину куресиги. Ерешишь, что аскетирю, а то кибувдит кишинево шкопыш на катактишту парадышу. И он вернется обратно в свою келью и будет дальше продолжать искать свой рай. Стремиться к раю, в рай. Катала, вем, шпейтан, туэтю, пуэпорту, тупарадышу, имени клещи. И когда он поймет, что порта в рай закрыта, пи, пали, хтипиши. Пойдет опять будет стучать. А кусики палифу не пьешь. Опять услышит, кто там? Иши, кири. Он скажет, это ты, Господи. Твоего, твоего исти, антикатастрифики, метающиту кирю и порту, ту парадышу, аникшет яблот. Когда ты забудешь свое «я» и скажешь, что это ты, Господи, тогда когда двери рая раскроются, когда забудешь себя. Агиша шаку ширу жлей. Исаак Сирин говорил. И тапинушеш кевхуры шерга шорту на антропу. И смирение вылечивает человека, строит человека. Та эрга хуриш тапинуш охи мордешу ртун антропу дубарши гореш. Работа без смирения не то, что не спасает человека, а вводит его в ад. Пошосики у Тилонис. Как спас Тилонос? Разбойник? Разбойник. Пейте ко мне, рыти. Он не имел никаких добрых дел. Был на кресте с большими своими грехами. И спасся только своим смирением. Он Святой Тихон, преподобный Тихон, который жил здесь, на Святой Горе, русский, он говорил, каждое утро Господь Бог благословляет всей одной рукой, а те, кто смиренный, двумя. Епархи Катя Хиротеровтина Мартия. Бывает еще хуже, чем Кёйнов. Грех. Кёйнов то. Что это? Я лозунью это шаратишь, на ковке ты, конечно, это шаратишь, а в той Хиротеровтина Мартия. Когда ты все действия делаешь для того, чтобы казаться святым. Действия, казаться. У Сеош, эвхаристите меня, пукай меня мартия, кеметану, и пора меня, пукай меня, кали праксихи пшелофроню. Господь благословляет того человека больше, который сделал грех и в конце дня раскаялся, тем, кто сделал добрые дела, и этим ходит хвалиться. Ты, Пикирыш, пош клеить баравулиту тыленку ту фарышеву. Как говорит... Пош тылене. Как Господь закончил притчу о фарисее и мытаре. Ну, сеонио шафтартус аналиутус, ипи паш у ипшони автон тапинутишите, у де тапинони автон ипшотишите. Те, кто грешный и раскаивается, тот попадет в рай. А тот, кто святой и считает себя выше всех, тот не попадет в рай. Какие бы дела бы он добрые бы не делал. Ти θα пи, ти нойму эхун и логи ту Кирю, που είπε, αν δεν γίνετε σαν τα μικρά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε στον παράδεισο. В чем заключается, в чем смысл слов, в словах Господа, который сказал, если вы не будете как малые дети, вы не попадете в Царство Небесное. Τα παιδιά, εκτός από την απλότητα που έχουν, είναι υπάρξεις ανίσχυρες. Дети, которые не только имеют простоту в себе, но они не способны лукаво мыслить. Они не могут без родственников жить.
να έχουμε απόλυτη εξάρτηση από το Θεό, όπως τα παιδιά έχουν απόλυτη εξάρτηση από τους γονείς. Σε αυτό θέλει ο Κύριος. Господь хочет, чтобы мы полностью себя отдали Богу, так как маленький ребенок полностью отдается родителям. Вот этого хочет Господь. Меня очень волнует один вопрос. В Евангелии мы видим заповеди, которые дал Христос. Как старец сказал, например, подставить другую щеку, когда ударит. Отдать одежду. И никого не осуждать никогда. Мне кажется, что эти заповеди никто не может исполнить, кроме некоторых святых, которые исполняют. И никто не исполняет. Ну, я не исполняю, не знаю, как. Это неправильно, я считаю. А кто динамит? Ну как их исполнить? Ну где взять силы? Где взять силы? Пост Борис на конец праксе автополе Христос автота номусли. А по побурум на пару мединами. Вот анена секлесиажите, эксумулуите, прошевките, ништеви, мелетайте на географии, кани лимусинес, отан то дине влюбленно мету коса кинуне, авта ин та хреша кледья. Που ανοίγουν τις πύλες του ουρανού και έρχονται οι ευλογίες του Θεού στη γη. Από εκεί αντλούμε δυνάμεις. Από τα μυστήρια. Когда мы ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, читаем Святое Евангелие, каемся в своих грехах, это золотые ключи, через которые Господь дает нам силы. Мы αυτόν τον τρόπο, από αυτό αντλούμε δυνάμεις και εφαρμόζουμε τις αρετές. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο оттуда мы берем силы и делаем какие-то добрые вещи. Оттуда мы черпаем силы. С церкви. Спроси, пожалуйста, насчет войны. Вот сейчас то, что в конфликт, он чувствует, что разрастется. Еще не надо, да? Подожди. Пост влепит и сесть того полему, путора сихинеси, Россиями и Украине. А в то сахини пьопули и систематиси. А время там, но если мы утверждаем, что Россия, что на Украине, что вот эти... Если мы не будем каяться, не будут они каяться, говорит, Господь Бог нас не спасет. Не спасет, да. Там их трошишь, потом бедаки. Если, говорит, убивают детей маленьких. Вы потребуете, что не кричай, потому что зима, в сезоне. Которые если, аборты делают, в храме не женятся, не венчаются, а делают детей. Пулян органа, шпутон антробуш. Убивают. Убивают людей ради частей тела, сердца, почек там это. Курижем эту парамикротик, что на потребуде. Разводятся из-за каждой мелочи, а потом заново женятся. Пошло машу. Как будет нас спасать Господь? Потреб меандриш, генетич. Женятся мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Как нас спасет? Если мы не раскаиваемся в этом, Господь Бог нас не спасет. Yeah.